канале. Сегодня пришло время отделить вот такую красивую прикорневую детку. Она очень хорошо подросла, достигла достаточно хорошего размера и нарастила 5 листьев. Также прямым показателем для успешного отделения детки является активный рост корней. Вот, также от шеи. Она растет на вот таком пне. Это очень большой пень, старый и большой, от взрослой орхидеи, которая называется африканский закат. Там горшочек уже давно заплыл водорослями. Не горшочек, а колба, точнее говоря. И корней там уже не видно. Но этому пню уже много лет, около 4-5 лет. Я уже с него сняла несколько деток. И вот это, пожалуй, будет последнее. Те детки я уже успешно пристроила, а эту я уже оставлю себе. Сегодня будем с вами вместе отделять. Я покажу, как это делаю. Итак, я приготовила вот такой вот субстрат из нескольких компонентов. Там археата, там серамис, там есть керамзит и обязательно мох. Я люблю использовать мох спагмос в посадках с детками, не сфагнум, так как спагмос имеет достаточно крупные волокна, и за счет этого воздух лучше пропускает к корням детки. И детка лучше развивается. Ну, это на мой взгляд, это для моих условий. Я просто рассказываю, как на своем опыте, какие выводы я сделала. Сфагнум мне не совсем подходит. Вот, также я буду использовать уголь. После того, как я ее срежу, я обязательно срез припудрю углем. Я приготовила 2 размера вот таких горшочков. Побольше размер и немного поменьше. Когда я ее срежу, я уже увижу, в какой размер ее лучше посадить. Но я люблю более тесные горшочки для орхидеи. Мне кажется, в них орхидеи лучше растут. Поэтому, скорее всего, я буду сажать в более маленький горшочек. Лучше почаще пересаживать, но зато, когда слишком просторный горшок, часто орхидея начинает гнить. Ну и есть большой риск залить растения. Поэтому я люблю использовать вот маленькие горшочки. Я люблю применять вот с такими выступами обязательно, чтобы они внутри были. Особенно удачный выступ вот у этого горшка. Вот он вот так вот вовнутрь уходит. И благодаря вот этим отверстиям хорошо вентилируется. Итак, сегодня я постараюсь это отделение этого растения сделать на камеру при вас, чтобы вы хорошо увидели, где лучше срезать. Вот смотрите, вот здесь вот она крепится прям к пню. Я сделаю вот здесь небольшой надрез. Постараюсь подлезть. О, у меня получилось с первого раза. Прекрасно, я очень рада. Смотрите, корешочки ушли туда, в субстрат. Нужно аккуратно их. Они прирастают к коре, поэтому нужно очень аккуратно освобождать эти корни, чтобы не сломать. Так, сейчас. Вот, посмотрите. Посмотрите, какая он у меня красавица. Посмотрите, какие у нее шикарные корни. Все находятся в активном росте. Слава богу, мне удалось ее отделить и не повредить ей ни одного корня. Вот здесь вот находится срез. Как только срезали,
Пока еще срез свежий, обязательно нужно присыпать его углем. Я очень хорошо присыпаю. Необходимо присыпать как срез у детки, так и срез у пня. А также еще забыла вам сказать, обязательно вот такие вот сухие корни, которые находились в воздухе и стали воздушными у детки, обязательно их нужно смочить, потому что они у вас сломаются, когда вы их будете помещать в горшок, корни сломаются. Поэтому у меня распылитель. Это, ну, здесь просто обычная вода. Я беру и вот так вот их хорошенько-хорошенько смачиваю. Все, после того, как я смочила, давайте подберем ей горшок. Вот смотрите, вот этот горшок, в принципе, он ей великолепно подойдет, этот размер. Также можно уложить и вот в этот размер. Я буду укладывать корни вот в этот маленький горшочек. Я хочу, чтобы, как я уже вам сказала, чтобы здесь, чтобы он был более тесным. Здесь вот у меня намешано всего. Я выберу сейчас отсюда керамзит и уложу на дно. Так, все, керамзит я выбрала. Вот так вот я его уложила на дно. Здесь около 2 сантиметров высота. Затем я беру вот эту смесь свою и также укладываю на дно. Вот так, много не надо, просто слегка, чтобы немного прикрыть керамзит. И теперь буду укладывать корни. Необходимо все делать очень аккуратно, так как корни молодые, а молодые корни легко ломаются и трескаются. Я вот так вот бережно помещаю их в горшочек. Растения стараюсь установить по центру. Так. Все, я поместила его в горшочек и начинаю засыпать приготовленным субстратом. А засыпать я буду. Сейчас я вам покажу, до какого уровня засыпать буду субстратом. Доверху не буду. Вот примерно, вот смотрите. Вот так я засыпала субстратом. Сверху у меня осталось 2 сантиметра. И теперь я обязательно буду укладывать свой любимый спагмос. Смотрите, как он красивый. Он идет вот такими длинными волокнами. Я обожаю спагмос. Мне очень нравится, как детки откликаются на посадки в спагмосе. Я сажаю не в чистый спагмос в данном случае, потому что детка взрослая, у нее много корней, много листьев, и она, мне кажется, прекрасно приживется.
не в чистом сфагмосе, а в сфагмосе вместе с корой. Обычно я сажаю, когда у детки мало корней и листьев, я всегда сажаю только в сфагмос. Они тогда достаточно быстро приживаются. Также в сфагмос я сажаю деленки. Деленки, которые не деленки, вернее, а верхушки. Если я переукореняю растения, я сажаю верхушки также в сфагмос. И верхушка достаточно быстро дает корни и прекрасно приживается. Вот. Нужно здесь еще немного добавить мха. Сейчас я принесу еще мох и заложу еще его в горшочек. У меня в тарелочке осталось немного угля, которым я присыпала ствол растения. Я его прямо сюда высыплю, ничего страшного. Вот, беру такой вот ужасный мох. Это не сфагнум, не сфагмос, это высохший сфагнум. Беру, укладываю его, так как сфагмос у меня закончился. Положу немного его сверху, думаю, это не критично, ничего страшного не случится. Он же не внутри посадки, он идет сверху. Так, вот так. Многие меня спрашивают, когда я произвожу обзор своих орхидей, что делают пробки от вина в горшках с моими орхидеями. Вот сейчас как раз такой случай, когда я вам покажу, что же делают пробки вина в моих горшках. Вы видели, что растение заваливается, оно достаточно долго просидело на пне, и оно как бы вот лежа стало расти к свету. Я беру пробку от вина и вот так вот ее устанавливаю в горшочек. Таким образом, чтобы орхидея не заваливалась на мох. Также я смотрю, чтобы листья нижние не касались мха. Если нужно, я могу подложить еще пробку вот сюда или здесь. Но в данном случае я, наверное, только вот сюда подложу пробку и все. Растение необходимо очень хорошо зафиксировать в горшочке, чтобы оно не болталось. Тогда оно гораздо быстрее укоренится и быстрее адаптируется. На данный момент растение не болтается, прекрасно сидит в горшке. Вот такая вот у нас посадка с вами получилась. Вот такое отделение, надеюсь, благополучное. Посмотрите, какие красивые корни у орхидеи. Молодые, красивые, сочные. Надеюсь, они скоро пойдут у нас в рост в дальнейший и продлит свой рост. Вот здесь вот уже наметился молоденький листик. Думаю, что скоро этот листик пойдет в рост. Вот так легко и просто можно отделить орхидею. Бояться здесь нечего. Берете и делите. Да, на носу осень, буквально. Буквально уже совсем близко, остался один день до осени. Вот. И, конечно, нежелательно в это время года делить растения. Но у меня были такие случаи очень успешные, когда я в глубокой осенью отделяла, и все было в порядке. Самое главное обеспечить хорошее освещение, то есть поставить растения под лампы или на освещенный подоконник. Не солнцем освещенный, а светлый, именно светом. Светлый подоконник, чтобы перед окном не было ни деревьев, ни домов, чтобы хорошо растение освещалось. Тогда 99%, что отделение пройдет успешно, и детка прекрасно примется и пойдет в рост. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!